Какие продукты можно замораживать впрок? При наличии большой морозильной камеры в доме можно существенно сэкономить семейный бюджет, единожды разобравшись в вопросе того, какие продукты можно замораживать впрок и сколько их хранить. Какие продукты можно замораживать? Ограничений по составу или типу продуктов просто не существует. Более того, знание некоторых секретов заморозки может реально помочь хозяйке сэкономить свое время и быстро накормить всю семью тем, что было ранее сохранено в морозильной камере. Наиболее характерные продукты для заморозки – это свежие фрукты и овощи, что вполне объяснимо, ведь в сезон их заготовки они имеют минимальную стоимость. Но это не единственно возможные варианты. С не меньшим успехом можно заморозить не только всем знакомые ягоды, фрукты и овощи, но и уже готовые блюда. К примеру, если единожды обжарить на масле смесь из моркови и репчатого лука, а потом заморозить ее порционно в маленьких контейнерах, то продолжительность времени приготовления супа можно реально сократить, добавив в него уже готовую пережарку. При желании можно заморозить даже небольшие порции бульона, что особенно актуально в тех случаях, когда нужно быстро сварить маленькую кастрюльку супа. Как подготовить продукты к заморозке? Если речь идет о фруктах или овощах, то желательно максимально сократить временной промежуток, находящийся между их сбором с грядки и заготовкой. Чем он короче, тем большее количество витаминов сохраняется в плодах. Перед заморозкой их необходимо не только вымыть, но и просушить, иначе велик риск того, что кусочки плодов или ягоды слипнутся между собой и образуют единый монолит, которым просто неудобно пользоваться. Что касается готовых блюд, то для каждого из них также желательно продумать индивидуальную упаковку, к примеру, завернуть каждый блинчик в пищевую пленку, и тогда проблем с их последующим разогревом не возникнет. Сколько хранить замороженные продукты? Здесь многое зависит от температуры в самой камере. Если она достигает 18 градусов, то можно смело хранить продукты на протяжении полугода. При более высоких температурах заморозка продуктов не должна превышать 3 месяцев, но речь здесь идет скорее не о порче продуктов, а о сохранении их полезных свойств. То есть при отсутствии повторного размораживания вероятность того, что после 6 месяцев хранения овощи или мяса испортится, минимальна. Но таковой будет и польза от их употребления.